последними событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, в Нарьян-Маре прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Ошибки в уходе и дальнейшую судьбу оленей, которые содержатся на территории Центра арктического туризма, обсудили специалисты в области ветеринарии с представителями профильных ведомств. Первые 14 выпускников Яндекс.Лицея получили сертификаты об окончании обучения. 22 июня, в День памяти и скорби, в России отдают дань уважения и чтут память погибших на полях сражения Великой Отечественной войны. В этот день ровно в 4 утра у обелиска Победы в Нарьян-Маре началась акция «Свеча памяти». Таким же ранним июньским утром, но 41 года, фашисты вероломно вторглись в нашу страну. Вспомним тех, кто первыми приняли неравный бой. Пограничники и моряки, летчики и танкисты, пехотинцы и артиллеристы. День памяти и скорби. Этот день для тех, кто пережил и выжил. Для внуков и сыновей миллионов солдат, которые ценой жизни сохранили мир, в котором мы живем. Участие в акции «Свеча памяти» у обелиска Победы приняли руководитель Ненецкого автономного округа, депутаты, представители правоохранительных органов и МЧС, военнослужащие и волонтеры Победы. Они зажгли свечи памяти и возложили цветы к обелиску павшим на фронтах Великой Отечественной. Акция «Свеча памяти» в рамках патриотического проекта «Без срока давности» прошла во всех городах России. Сегодня мы должны быть достойны памяти поколений победителей. И они своим примером нам доказывают, как надо жить, любить свою родину. И сегодня в своих делах и поступках мы должны руководствоваться именно этими мыслями, чтобы сделать все для того, чтобы защитить память об этой страшной войне. В воскресенье 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут по радио прозвучало историческое выступление Народного комиссара иностранных дел СССР, заместителя председателя Совнаркома СССР, члена Политбюро ЦК ВКПБ Вячеслава Михайловича Молотова, в котором он официально сообщил советскому народу о нападении нацистской Германии на Советский Союз и объявил о начале войны. В память об этом историческом событии ровно в 12 часов 15 минут в России объявили минуту молчания. Почтить память павших минуты молчания к обелиску Победы пришли жители Ненецкого округа, ветераны и молодежь. Они возложили венки и цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны. Катрина Тайбарей, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В Лесозаводском парке представители власти и ТОС лесозавода дали старт строительству памятного знака работникам Печорского лесозавода, призванным в ряды Красной армии во время Великой Отечественной войны. В районе Лесозаводского парка планируется установить памятный знак «Помним и чтим», где будут перечислены имена лесозаводчан, героев Великой Отечественной войны, ушедших на фронт. Чтобы солдат никогда не умирал, и память эта никогда не стиралась, и будет этот памятный знак. Я очень радуюсь, что, несмотря на такие сложные эпидемиологические условия, мы сегодня здесь собрались и закладываем фундамент этого памятного знака. С чем я вас всех и поздравляю в этот день, 22 июня 2021 года, ровно через 80 лет после начала Великой Отечественной войны. Сегодня мы с вами присутствуем на церемонии закладки фундамента этого знака. И памятный знак, он будет завершен и торжественно открыт, я уверен, что в присутствии всех вас, непосредственно на день работников лесной промышленности на 12 сентября. На памятном знаке будут представлены фамилии и имена 298 работников Печорского лесозавода, призванных в ряды Красной армии в период Великой Отечественной войны. Нет ни одной семьи в Ненецком округе, которую бы не задела Великая Отечественная война. Наши земляки сражались на фронтах, ковали победу в тылу. Их потомки бережно хранят память о военном поколении. Наталья Дуркина продолжит.
Тихо по-семейному за кухонным столом Татьяна Яковлевна рассматривает фотографии своего отца. Когда началась война, вспоминает Татьяна, ее отец Яков Семенович Овчинников учился еще в 7-летней школе. За полгода до окончания войны Якова призвали в ряды советской армии. Они пошли пешком до Архангельска, а там он попал в Петрозаводск. И вот в Петрозаводске он служил вот в этой вот, вот этой. У него вот эта типография «Патриот Родины». Они печатали вместе с мамой газету. Листовки, газеты вот печатали. В типографии Яков встретил свою будущую жену Августу. Они вместе плечом к плечу прослужили все 7 лет. На их долю пришлись не только военные годы, но и послевоенное восстановление. После службы Яков Овчинников увез жену в столицу Заполярья. Он работал и на лесозаводе, электриком работал, и на рыбучастке он работал. В последнее время до пенсии он работал в отделе внутренних дел. Жена Якова, Августа Павловна Овчинникова, продолжила свою литературную деятельность уже в местной газете «Нарена Вендер». В поселке Сахалин они построили дом и вырастили 6 детей. Война связала судьбой многих людей. Одни из них – родители Сергея Клокотова. Они познакомились в поселке Амдерма в 1944 году, а уже в 1948 поженились. Мать Клокотова Вера Дмитриевна работала начальником отдела почты в Амдерме. А отец служил в МГБ. Когда в 43-м году их отправляли с Архангельска, с пересыльного лагеря в Амдерму, то предупредили, что в Карском море плавают подводные лодки, и все может быть, все может случиться. Но благодаря тому, что был сильный шторм, подводных лодок там миновала эта беда. И благополучно прибыли в Амдерму. Старший дядя Сергея, Федор Кисляков, был призван в армию в 1943 году. Службу начал в 391-м запасном стрелковом полку автоматчиком. Окончил Соловецкую школу «Юнг», работал, служил на островах Северного Ледовитого океана, был радистом, был радиометристом и докладывали всю погодную обстановку, положение, что там. Как и до 50-го года он был в армии. Демобилизовавшись, вернулся в Нарьян-Мар и продолжил работу в аэропорту. Поднимаясь по карьерной лестнице, Федор Дмитриевич был назначен руководителем полетов авиапредприятия в Костроме. В 88-м ушел на заслуженную пенсию. Его брат Петр Кисляков воевал на Мурманском направлении авиамехаником в военно-воздушных войсках. Был мотористом, служил на Карельском фронте. Имеет награды за оборону Советского Заполярья и за победу над Германией. Но его судьба сложилась трагично. В 1956 году он тоже служил до 50-го года. В 51-м году отсюда, из этого дома, уехал в Петрозаводск. Там женился. В 56-м году приехали в Нарьян-Мар с женой, с ребенком, показать родителям свою семью. Но в 56-м году вот, в Нарьян-Маре у него служился сердечный приступ, сердечная недостаточность, и он умер. В семье не делились рассказами о военных годах. Никто не хотел повторения того ужаса, что всем довелось пережить. Единственное, что отличало их от всех остальных, они об войне не любили рассказывать. Не любили. Что вот мой отец не говорил, что братья, дяди не говорили, ничего не рассказывали. Только вот дядя Петя говорил, что мы писал матери, вот это я запомнил, бабушка рассказывала, что писал, что живем в землянках и больше ничего, все. Больше это. Еще писал, что на самолетах, на которые мы обслуживаем, написано, что мы верим в победу за Родину, за Сталина. Акция «Победа», которая проходит в поселке Сахалин, собрала фотографии всех, кто уходил на фронт. Фотографии своих родственников с тем, чтобы люди могли знать, как говорят, своих героев, своих ветеранов, участников войны, тружеников тыла. Ну, мы, значит, кинули клич, давайте проведем такую акцию. Жители поселка откликнулись на это. Акция у нас называется «Победа». Ну, в связи с этим мы делали, у кого какие фотографии есть, развесили.
Более 9 тысяч жителей округа воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Треть из них так и не вернулась в родные дома. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север». А теперь об эпидемиологической ситуации в округе. За последние сутки в регионе зафиксировано еще 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На лечение с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 45 человек, из них 19 получают лечение в стационаре. Увеличилось до 184 и количество жителей округа, которые контактировали с заболевшими и состоят на учете в региональном управлении Роспотребнадзора. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Работодателям рекомендуется допускать к работе сотрудников, вернувшихся из-за пределов округа, только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе справка с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. Как отметил глава региона, стоимость ПЦР-теста не должна ложиться на плечи жителей округа. Поэтому в случае, если работодатель принимает такое решение, ему также рекомендовано возмещать расходы своих сотрудников на ПЦР-тестирование. Здоровье и внешний вид оленей, живущих в центре арктического туризма, не на шутку взволновали жителей округа. Ветеринарные осмотры и анализы в целом не выявили каких-либо серьезных отклонений в состоянии здоровья животных. Дальнейшую судьбу оленей обсудили за круглым столом с участием специалистов в области ветеринарии и представителей окружной власти. Александра Литкова расскажет подробнее. Залысины на теле и болезненная худоба – первое, что бросается в глаза, глядя на оленей Центра арктического туризма. Средний возраст троих животных, которые были приобретены уже взрослыми, около 10 лет. Ветеринары проводят осмотр оленей по мере необходимости. Последний был 15 июня и серьезных проблем со здоровьем не выявил. А вот рацион питания, по словам специалистов, нужно менять. По нашим сведениям, я не знаю, сейчас уже, наверное, что кормили пищевыми отходами оленей. А это недопустимо. Их нужно кормить ягелем, травой. В зимнее время сеном нужно кормить. Есть специальные рационы. И поить достаточное количество воды, чтобы вода была постоянно. Вот сейчас мы приехали, где у них вода? Нету ее. То есть это олень, это не такое домашнее животное, что, например, один раз его принес ему воды попить, он попил, и все, и до следующих суток его можно не поить. На выпасе в лесу олени находятся в дневное время, а ночью в загоне, где есть и пища, и вода. Отпустить на самовыпас их нельзя. По словам Сергея Мишина, основной причиной служат стаи безнадзорных собак, которые то и дело собираются в районе турцентра. Короли, почему мы их держим? И почему, в принципе, они у нас на привязи и периодически мы присматриваем? У нас была проблема, началась она с прошлой осени, знаете, наверное, слышали. Мы потому что писали несколько раз обращения на тему вот этих вот собак, которые безнадзорные. Прибегают, мы не можем ничего с ними сделать, прибегают большими стаями и в том числе пытаются напасть на оленей. Этот вопрос работники ветеринарной службы возьмут на контроль. По словам сотрудников турцентра, на состояние животных влияет не только то, в каких условиях они проживают, но и постоянный стресс от большого количества желающих пообщаться с ними и накормить нетрадиционной для них пищей, например, фруктами, овощами и хлебом. По рекомендациям ветеринаров будет пересмотрен рацион питания животных, а также ограничены контакты с посетителями. Ну, в частности, сейчас мы уже закупаем соль, комбикорма, которые помогут нашим оленям восполнить недостающие микроэлементы, витамины, и чтобы они у нас хорошо выглядели и никого не пугали, так скажем, внешним видом. Сейчас в турцентре нет сотрудника, который бы весь день присматривал за оленями и полностью отвечал бы за их здоровье. В связи с этим было решено пригласить учреждения, волонтеров и всех желающих, кому не безразлична судьба обитателей тундры, для посильной помощи. Я просто советую закрепить этих животных, чтобы они наблюдали за содержанием, были ответственны, чтобы выгуливали по возможности, конечно. Я понимаю, что это же не то, что как в тундре они там стадами ходят, но все равно отпустить, да? Отпускать надо, чтобы они ходили, а не то, что вот так вот на веревке около деревьев. Видите, он веточки кушает, листики свежие, зеленые. Да, но они ему зеленые. Зеленая трава сейчас нужна. В ходе обсуждения дальнейшей судьбы питомцев турцентра было решено на летний период передавать их оленеводам. Таким образом, животные, попадая в естественную среду, смогут набраться сил, да и гнус не так сильно будет беспокоить их. Конечно, на привязи олень, который находился в тундре, это не есть хорошо. Поэтому мы решили, что обратимся
коленеводам, коленеводческим хозяйствам. Возьмут ли они у нас этих животных, чтобы они восстановились в тундре, как положено, смогли, допустим, продолжить. Потому что олени есть старые уже, которые, в принципе, отданы были здесь на дожитие, поэтому есть определенные сложности, возможно, их не возьмут, но если возьмут, то мы будем очень рады. Это лето рогатые проведут в турцентре, где для них готовят новый загон. Летом у нас мы готовимся всегда к зимнему периоду. Для оленей мы сейчас оборудуем кораль новый на месте старого. Он будет у нас чуть больше, чем предыдущий, чтобы у оленей было больше пространства, для, ну, чтобы они могли свободно и комфортно передвигаться внутри кораля. Сейчас мы договорились о том, что мы установим тесное взаимодействие со станцией по борьбе с болезнями животных, организуем регулярные осмотры ветеринарам наших оленей, чтобы они были под постоянным наблюдением. Все необходимые прививки и витамины олени получают вовремя, а летом и средства защиты от москитов. В дальнейшем планируется, что вместо трех животных в турцентре, скорее всего, будет жить один. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Лицеисты в добрый путь. Яндекс.Лицей выпустил первых учеников. Обучение будущих программистов проходило на базе аграрно-экономического техникума в течение 2 лет. Всего учебный год в Яндекс.Лицее завершили 13 первокурсников, 14 ребят окончили оба курса. Подробности далее. Мировед Джалилов – один из 14 выпускников Яндекс.Лицея. Еще в 7 классе парень понял, что хочет стать программистом. Теперь уверенно идет к своей мечте. В этом году юноша окончил школу, сдал ЕГЭ по профильной математике и информатике и хочет поступить в Московский физико-технический институт. Я начал учиться. Первый год было достаточно легко. Там были какие-то базовые элементы питона. А во второй год уже было посложнее, там было очень интересно. Мы уже занимались достаточно такими серьезными проектами. Если в первом году на задачу уходило там 5 минут, то в этом году на задачу уходил час. Поэтому это очень, Яндекс.Лицей мне очень сильно помог развить вот именно мои навыки, потому что я очень много часов программировал, и для меня вот нет какой-то сейчас сложной задачи именно в программировании. Родители Мерведа Мадина и Ренат сына в его стремлении поддерживают. Говорят, что такие программы для одаренных детей действительно отличный шанс получить качественное образование. Я очень рада, что в Ненецком округе появилась вот такая программа Яндекс.Лицей. То, что она выявляет способных детей, талантливых детей, дает им возможность обучаться, развивать свои способности. Вы как-то сына поддерживали? Нужна была в процессе обучения поддержка родителей? Ну, думаю, что да. Я за. Я был за. Безусловно, проект Яндекс.Лицей открывает широкие возможности перед школьниками Ненецкого округа. Обучаются в лицее школьники и студенты. Я думаю, что проект на сегодняшний день 100% реализован. Конечно, это благодаря нашим преподавателям, которые проходили тоже жесткий отбор. И в течение этих 2 лет они также обучались, как и студенты. И проходили различные курсы, вебинары и прочие другие учебные материалы изучали. И я хочу сказать, что ребята научились достаточно, да, значит, получили глубокие знания по программированию. Работу Яндекс.Лицея поддерживает компания «Лукойл» в рамках соглашения с администрацией Ненецкого автономного округа о сотрудничестве. Обучение для ребят бесплатное. Если кто-то захочет дальше продолжать заниматься программированием, они уже будут иметь определенный старт, как и другие дети, иметь одинаковые возможности, так и дальше продолжать развиваться в этом направлении и смогут уже выбрать себе какую-то новую интересную профессию, которая сейчас только развиваются, только появляются эти профессии, и они смогут себя развивать в этом. Выпускники Яндекс.Лицея получили соответствующие сертификаты, подтверждающие успешное завершение курсов. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды и до встречи в эфире.